мне завидуете, я молчу. Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да. Я завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да. С этого момента мы с вами друзья. Если вам нужна будет моя помощь, поддержка, сочувствие, я сегодня ваша от и до. Искренность, внимательность, верность, честность, порядочность и доброта. Вот те качества, которые перекликаются у ребят, и то, за что они друг друга ценят. Все эти лучшие стороны удалось постепенно раскрыть друг в друге, что и привело к чувству «это же мое, это же то самое». Что они решили идти дальше вместе и строить совместное будущее. Ведь так проще, когда ты держишь за руку человека, которому ты веришь так же, как ты веришь себе. «Настя, ты выйдешь за меня?» Она в этот момент аж опешила. Но она уже на тот момент знала, что, конечно, единственное слово, которое она готова сказать ему и прокричать на весь белый свет – «Да, я согласна!» В добрый путь! Вперед! Мы с вами ждали этого дня не один день. Мы встречаем в этом зале самую красивую пару – Евгения и Анастасию. Вот они! Громче. Сколько процентов из 100 ты хочешь поймать букет? На миллион. Настолько горячий алкоголь для горячих мужчин. Кто ждет тортика? Я люблю мамин Наполеон очень сильно. Каково это наблюдать за северным сиянием? К сожалению, нет. Ребята, очень хочется также попросить вас относиться с такой же теплотой, заботой и любовью, как относятся к вам родители к ним. Будьте для них звездами, ориентирами, будьте для них направляющими людьми в этой жизни. Благодаря вашим совместным усилиям пламя этой свечи никогда не потухнет, а с каждым днем будет разжигаться еще сильнее и сильнее.